Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор гермомешка от компании B-Trace. 70-литровый в данном случае мне попался под руку. Вот, хотел показать, рассказать, как им пользоваться и что он из себя представляет. Данная модель выпускается в нескольких размерах, 70, 90 и, по-моему, 50 литров. Вот, в любом случае, ссылочку, если дождетесь конца видео, вы найдете в конце. Вот, вот, вот такой вот у нас идет гермомешок. Вот такой вот огромный, необъятный, практически на пол меня. Вот. У данного мешка есть небольшой бонус. Это лямки. Как они фиксируются, расскажу вам немножко позже, для чего они нужны. А вначале я расскажу о том, как этот мешок, как этим мешком пользоваться. Вот. Многие задают вопросы, и каждому, в принципе, приходится рассказывать, кто не знаком с данной системой. Итак, вот такой вот у нас есть вот огромный мешок, куда можно наложить, положить вот, кучу всяких своих вещей. Если не хотите, чтобы они намокли, естественно, я не буду показывать, как этот мешок в действии под водой и по всем остальным. Для этого мы с ним непременно снимем отдельное видео, поэтому подпишитесь на канал, и вы его обязательно не пропустите. Итак, вот заложили мы наш мешок вещами. Вот, дальше соединили вот эти две створки вместе и начинаем вот так вот его закручивать. Вот, крутим до тех пор, покуда у нас вещи, можно дойти до вещей максимально. Вот его сейчас закрутим, попробуем. Вот он у нас вот так вот как надулся, после чего мы просто берем вот эту вот, здесь у нас есть вот такой вот зажимчик, защелку, вот так вот их соединяем и раз, и застегнули, и все, ваш гермомешок уже воду и воздух не пропускает. Вот. И этот гермомешок уже можно использовать даже как пуфик. Могу я своим 100-килограммовым весом сажусь, могу прыгать, и мне будет сидеть на нем достаточно мягко. Конечно, если внизу нет иголки. Итак, теперь хочу показать, для чего нам нужны были вот эти вот лямки. Для лямок есть специальные здесь зажимы, которые мы пристегиваем. И у вас получается вместительный, легкий, вот такой вот офигенский герморюкзак с лямками. Конечно, в него кирпичей не наложишь, он, в принципе, на это не рассчитан. Фурнитура все-таки здесь пластик, несмотря на то, что пластик хороший, АБС, все-таки нагрузка, я так думаю, килограмм до 10, до 15, все-таки этот рюкзак рассчитан только на ваши личные вещи, которые вам необходимо перетащить, перевезти во время похода, путешествия, ну, по сплаву, по речке и т.д. и т.п. Вот такой вот удобный и практичный гермомешок от компании B-Trace. Теперь немножко могу рассказать о материале. Материал здесь идет ткань ПВХ 500 ден. Вот это говорит о том, что она полностью влага непроницаемая. Полностью материала 580 грамм на метр квадратный. Это вполне достаточно для такой продукции. Итак, понравился данный гермомешок. Можете заказывать его у нас уже на сайте. Ссылочку найдете прям буквально через несколько секунд. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Рекомендую.